Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. У нас ивент. Давай потихонечку приступать. Так, грибочки. Да, с ними, как всегда, будет большая проблема, потому что они сейчас будут 3 часа меня тут мурыжить. Так, давай по-быстренькому. Блин, идет аглоед. Ну, давай попробуем сюда вот мину, наверное, поставить. Так, и грибы ставим в первую очередь. А где у нас музыка? Извините меня, в игре. Что происходит? Почему так тихо? Ладно, на это пока внимания обращать не будем. Блин, я не успею сюда поставить. Мне нужна морковь быстрее. Этот-то ладно, взорвется здесь. А вот с этим-то как быть? Да вы будете что-нибудь давать-то мне, в конце концов? Нифига они не будут мне давать, по ходу дела. Неужели я успел? Я успел каким-то чудом. Так, я мину сюда влеплю. Зачем я ее сюда поставил, скажи мне на милость, а? Для чего? Так, ладно, с этим мы справимся. У меня даже нету денег для того, чтобы как-то вот этих зомби откинуть, вышвырнуть во своей. Вот так вот могу только сделать. Окей. Так, смотри, что у нас тут есть. Тут идет зомби-дед бомжара, который будет перепрыгивать, да? Естественно, нам этого не надо позволять. Слушай, а мы успеем ли его подбить? Что-то меня вот это вот интересовать сейчас стало. Наверное, не успеем. Так, тихо. Мина. А если я мину сделаю вот так, ребят? Просто продублирую. Отлично. Так, секундочку. Блин, наверху идет с флагом зомбарь. Нам нужно что-то с ним сделать. А что нам с ним сделать? Мы можем его вот так вот, конечно, выкинуть всех. Оп, на мину прямо. Шикарно. Также, я думаю, наверное... Опачки, вот таким вот образом. Круто. Вот сейчас получилось действительно круто. Так, можно вот сюда... Опа, а тут еще... А тут еще, оказывается, и разлом будет. Ты серьезно, блин? Так, погоди, погоди. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Откидывать этих всех. Оп, вот что у нас тут есть с тобой. Так, не надо никого тут смещать. А он будет? А он будет смещать, ты понимаешь? Да блин. Ну совсем не то, не то все это. Блин. Так, тут еще зомбарь подходит. И здесь. Ну здесь ладно, здесь взорвали. А предположим, вот с этим-то как быть? Ну жаба, ну давай ты быстрее там переваривай все это дело, а? Нет, вот сидит там, нажевывает. Так, здесь откинули. Здесь тогда мы с тобой тоже откинем. Давай, давай, откидывай. Окей, спасибо большое. Так, а тут-то что происходит? Ёлки-палки. А тут беда происходит. Слушай, надо вот так вот делать. Я боюсь, что мы с тобой не справимся тут с ними. Так, наверху у нас есть зомби идут, которые, да, припеваючи. Думают, что они бессмертные, да, и все им можно здесь. Мне что-нибудь дадут? Дадут. Давай, откидываем их. Предположим, мы откинули. Так, дальше что? Так, бомжары, это понятно. О-хо-хо-хо-хо-хо. Сейчас мы тут с вами кое-кого потеряем, по-моему. Есть такая, ребята, возможность потерять зомби. Хотя вроде бы нормуль. Если я вот так сделаю еще. Блин, опять этот разлом появился, а? Разлом, блин, Сан-Андреас. Эй, зомбари, блин. Смотри, что происходит. У меня же здесь ничего нет, ребята. Вот в чем проблема-то вся. Вот здесь вообще нужно как-то защищать. Ума не приложу, как. Хотя, если вот так вот только сделать, к примеру, да? Здесь, соответственно, их откинуть всех хотя бы на... ближайшее время. Что, ты не можешь пробить, что ли, а? Не может пробить, ребята. Видишь, щит, щит мешает. И у нас с тобой нет возможности этот щит как-то убрать. Есть вот такая вот возможность. Так, ладно, здесь они, например, пройдут. Давай, 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 давай этого пианиста бомби, бомби. Так, здесь уничтожаем всех, да?
Так, ребят, ну в принципе, да, мы с вами пройдем этот уровень, но я потратил все газонокосилки до одной, как ты видишь. Что здесь, что наверху. Конечно, это для меня был какой-то трэш. Просто неожиданно. Вот они идут с этим щитом, и что ты сделаешь? Да ничего. Так, все, пианист, хорош дрынкать, давай, пора тебе отдуплиться уже. А нам пора проходить с вами. Блин, сложноватый, конечно, ивент. Три грибочка, так, 10 цветочков и 1000 монет. Так себе награда, если честно. Ну что, будем еще раз пробовать или нет? Что-то как-то, ребят, не особо мне хочется, но я рискну все-таки. Ну что, друзья мои, давайте еще разок попробуем. У меня, по крайней мере, сейчас есть 1000 монет. Я могу использовать одно из заклинаний. Надеюсь, оно мне как-то поможет. Грибы, конечно же, нужно выставлять в первую очередь. Так сказать, в них вся сила. Сила в грибах. Так, ну сюда я, предположим, поставлю мину, чтобы этого зомби подбить. И дальше продолжаем высаживать с собой грибочки. Надо будет... Так, давай, последний. Я не знаю, я, конечно, попробую сейчас сюда влепить. Не хотелось бы мне сейчас, конечно, сфейлиться. А что-то, блин, подсказывает именно так оно и будет. Нет, нет. Ну давай, давай, давай. Взорвись там к ядрине фени. Отлично. Так, выставляем все как нужно. Ну этот тоже подорвется. Так, ну что, теперь нам нужно с тобой делать уже, так сказать, защиту, да? Нам нужны вот эти вот, ребят, растения. Дорого, конечно, стоит. А, бомжара идет. Ну, с бомжарой ты знаешь, как мы с тобой справляемся. Мы не имеем права ему позволить, да? Уничтожить наши грибы. Это будет все происходить именно вот таким вот образом. Ну, ё-моё, ну мне надо вот это вот растение. Дайте мне, пожалуйста, его, а. Не хотят, а. Мне не хватает денег, ребят. Вот, вот, наконец-то. Поехали. Будем потихонечку их превращать. Будем их потихоньку превращать. Так. Нет, вы, конечно, грибы, вы молодцы, вы выросли, все, я понимаю, но... Будем как-то дальше-то действовать. Давай вот так вот расплодим с тобой. Сейчас еще, не забывай, разломы будут. Сейчас будут еще разломы. Так, поставим сюда, наверное. Дальше что? Так вот, может быть, нам сделать. Так, фортепиано, да? Вышло где-то. Брынчит там. Наяривает. Ага. А вот, друзья мои, и разлом, про который я тебе говорил. Так, бомжара. Ну-ка, давай-ка вот так, наверное, всех... Опа, откинем. Да как же так-то, а? Блин, все-таки сожрет, да? Мой грибочек маленький. Слупендил. Эй, а ты-то что, главное, стоит и ничего не делает, ребята? Его сейчас, естественно, съедят, конечно. Они такого не прощают, эти вот зомби. Блин. Так, что нам с тобой сделать? Давай, наверное, оттолкнем здесь. Поставлю мину сюда. Мину еще и продублирую. Таким вот образом. Ать, бомж. Ты, блин, не вовремя прибежал, я тебе скажу. Вот что. Так, ну-ка, рискну. Взрывы, конечно, это все хорошо, но это не помогает. Это не помогает мне в той мере, в которой я хотел. Если я сюда влеплю. Так, предположим, ребята, предположим. А что дальше-то? Так, здесь у нас вот таким вот образом, наверное, надо делать. В общем, здесь газонокосилку мы с тобой потратим. Понятное дело, тут там никак не выкрутиться было. И получается, что я делаю? Получается, что вот это вот последние зомби у нас, да, идут?
Фу, ну я тебе скажу, что здесь получилось у меня как-то быстрее с ними справиться. Оу, нормуль. Слушай, а вот здесь вот награда уже будет получше. Три растения-призрака, да. Три цветочка, которые превращают зомби в грибы. Ну, а мы с тобой идем смотреть, что у нас есть. Какие испытания и тому подобное. Так, на арену, конечно, хотелось бы сходить. На арену. В Пенни Пурсуит, как у нас там дела обстоят. Давай посмотрим. Угу. Почти все пройдено. Что можно? Что у нас тут? 4 гема. Да, уровень сложности, конечно, запредельный. 7-й уровень. А тут что? 1000 монет. Слушай, тыщенка, давай подеремся. 1000 монет на дороге у нас не валяется, да? А она мне будет очень даже полезна. Поэтому я предлагаю сейчас разнести в пух и прах. Опа! А вот тебе и в пух и прах. Что у нас тут? Что у нас тут? Давай-ка вот так вот попробуем. Ё-моё! Я еще и сам должен выбирать. Хорошо, я возьму грушу. Вот это вот возьму. Давай, наверное, взрывного. Ну, орех. Я не знаю, подсолнухи нам нужны здесь или нет. Ладно, возьмем один. И лавгуаву. Нет, не хочу лавгуаву брать. Возьмем, наверное, с тобой перец. Нет, лучше не перец, а вот так. Нужно было брать шипастые лужайки. Я только сейчас понял, потому что, блин, я увидел. Но поздно. Поздно, ребята, я увидел, там курицы будут у нас. Как мы с тобой можем куриц заблокировать? Вот таким вот образом, что ли? Через камни? Ну, если только через камни, друзья мои. А больше вариантов я не знаю. Так, let's rock, поехали. Так, идут бомжары с протянутыми кружками. Так, это, конечно, все хорошо. Энергия идет, все замечательно. Так, ну что, давай потихоньку выставлять, наверное. Так, мина у нас не плодится. Не размножается, поэтому... Блин, а вот это вот плохо. Вот это плохо, что у нас тут... Ёпрсты. Подорвем. И курицы, естественно, побежали. Побежали, побежали. Их тут целая куча. Вот кого сюда интересно поставить мне, а? Посередочке, как думаешь? Тоже не знаешь, и я не знаю. О-о-о, бегут, бегут голодранцы. Пора активировать. Кто там у нас? Ага, первобытный зомби. Куда ты бежишь там, наяриваешь уже? Может быть, в два рядка сделать? Слушай, ну вот это вот тоже же неспроста сделали, ребят. Чтобы ульту применять. Так ведь? Значит, будет здесь полный трэш. Скорее всего, так оно и будет. Так, может быть, нам расплодить мин. Расплодить мины. Вот. Уже получше. Всю эту курятню сейчас разворошу тут к ядрене фени. А ну-ка сюда. Эй! Чё за дела-то? Курица, хорош! Я могу... Почему ничего не делается, а? Против этих... Против курей-то. Так, ну-ка давай еще попробуем сбросить. Получится или нет, я не пойму. Почему кабачок не срабатывает на кур? Я вот этого не врублюсь, если честно. Ох, ё, сколько вас тут. Дофигище, блин. Так, что нам сделать? Мы можем с тобой вот сюда вот активировать, по идее, да? Трэш. Ну-ка, сбрасывай их тут всех.
Этот кабачок ничего не делает, ребят. Он не хочет. Во-во-во-во-во, опять их тут миллионы побежали. Газонокосилку мне сбили. Так, а я выполнил задание или нет? Выполнил. Ребят, я тыщенку зарабатываю, да еще плюс 2 гема. Только лишь из-за куриц я переживал, потому что их там слишком много было. Но, слава богу, мы с собой отбились. И это меня радует. Так, теперь что? На арену? Так, давай-ка я вначале зайду к себе на огород, кое-что посмотрю. Угу. Кое-что созрело. И кое-что стоит посадить нам с тобой. Поливаем. Так, Жужу, лети сюда. Будь добра. Вот эти вот мне. Луковицы боулинг. Ускорь, чтобы они быстрее выросли. Ну что, арена. Давай зайдем на арену, посмотрим, что у нас здесь происходит. Так, 205 у меня, ребята, кубков. Нужно 300. Кстати, я не могу понять, зачем мне 300 кубков для того, чтобы открыть орех или что? Здесь я понимаю, 200 штук получаешь и 300. А вот тут-то что? Странно. Так, я могу сыграть бесплатно. Ну ладно, попробуем, друзья мои, немножко повоевать здесь. Я на 12 месте. Чуть ли не самое дно. Мигель Анте против меня выступает. Вызвался, так сказать. Ой, блин, вспомнил я. Ё-моё. Твою ж налево. Сейчас будет, ребят, трэш. Блин, а я не помню, кого я брал. Слушай, я серьезно говорю, не помню. Мину, что ли? Так, а мина, толку-то здесь от нее, от этой мины. Так, возьмем этого, значит. Орех. Вот хоть убей, я не вспомню сейчас, что я выбирал. Они будут бежать все, сломя голову, это естественно. Может взять боулинг. Вишню. Вишню зимнюю, да? И перец. Так, взрывные на них вообще не действуют, смотри. На них очень хорошо действует электричество и... Ребят, меняем планы. Меняем планы. Электричество на них очень хорошо действует, да? Ладно, возьмем электричество. Таким вот образом. Так, тут, по-моему, нам еще понадобится... Теневые, да? Теневые растения хорошо действуют. Ладно, возьмем сюда. Сюда. Так, и что-то еще нам нужно. Так вот. Эх, я даже не знаю. Наверное, подсолнух придется еще взять. Наверное, глупо. Но других вариантов нету. Поехали. Тут еще фиг где что поставишь. Вот в чем беда-то вся, а. Так, ладно, ставим лунный цветок. По бокам сумрачные катапульты. Вот так. Ага, у нас еще же. И все, что ли? У меня закончились финансы. Здоровски. Ладно, будем смотреть. Хорошо вжариваем, а? Это поначалу, ребят, все хорошо получается. Потом, когда выйдет этот чувачок у нас, кардио-зомби, будет нам с тобой так весело. Обхохочешься, вот он уже идет. Он уже прибыл. Блин, я про подсолнухи-то совсем забыл. Мне они же тоже нужны. Ладно, не до них, да, пока, как бы. Как бы пока не до них. А потом будет поздно. Тут же еще, по-моему, он будет... Да, он будет разбрасывать бафы для них. Ну, видишь же, блин, идет. И по барабану всем. Да, именно по барабану. Давай, активируйся. Так, поставим с тобой чернику сюда. Поставим с собой чернику. Так, что у нас тут? Опять он идет, а? Не было, не было. Явился, не запылился. А, тут еще спортивные зомби. Я вспомнил, ребята. Тут еще, блин, эти бегуны.
чтоб их разобрало всех на тысячу кусочков. Ну, вон, смотри, уже проходят. Уже проходит, уже просто сминает все на своем пути. Сложно, конечно. Конечно, сложно, ребята. Они пробафанные тут. О, тут еще и эти идут у нас. Буйволы. Просто ничего не могу сделать. Я не то, что не могу, я не успеваю, ребят. Смотри, что происходит. Они идут, 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 идут. Я очень сильно, кстати, здесь проигрываю своему оппоненту. У меня всего лишь 78 тысяч, да? А у него уже 136. А знаешь, почему я проигрываю? Потому что я здесь отказался от бомб. Сейчас посмотрим, что там у противника было. Отсюда будем плясать. Слушай, ну у меня тактика не такая была, если честно. Я совсем другой тактикой играл. И, в принципе, очень даже неплохие результаты были. С чего я вдруг решил вот так вот сыграть, не пойму. О, там наверху еще гаргантюа гигантский идет. Нет, ребят, это не вариант. Ты достал уже кардио-зомби вонючий, а? Бросать свою эту фигню, блин. Нет, тут проиграли. На 70 тысяч, даже чуть больше. Сейчас посмотрим, что там у нас брал оппонент. Кстати, я уже не один раз вижу, ребята, томат. Томат кто-то берет. Неужели он настолько хорош? Так, ну что, надо посмотреть нам с тобой рекламку, чтобы мне взять хотя бы 3 или 4 перчатки. Ну что, друзья мои, я заработал 4 перчатки, поэтому вперед и с песней. Будем сейчас немножко с тобой все-таки исправлять тактику. Надо что-то другое, это не вариант с этими ночными растениями. Будем как-нибудь по-другому. Так, ну это мы возьмем с тобой полюбасику, да? Плюс тут идут маги. Против магов что тут хорошо? Может быть, нам взять призрака, м? Вот эти вот, как их назвать-то? Спортивные зомби, да? Они будут постоянно сбивать мои растения. Постоянно их пробивать. Я вот не знаю, действует ли это на орехи. Не знаю, вот если честно. Может быть, попробовать взять этого плюс... Например, если мы возьмем с тобой вот этот вот гриб, да, и зомби какой-то съест и пойдет против них же. Черт его знает, может быть взять вишню. Но вишня — это же бомба, она плохо на них действует, насколько я могу понимать. Поэтому это не вариант. Отталкивающий, что ли, взять? Или же сельдерей? Нет. Может, вот этого, конечно, взять сюда. Замедляльщика. Да, наша Дейзи. Че, попробуем вот так вот? Мне кажется, опять какой-то бред у меня здесь получился. Но, тем не менее, надо проверять. Тем не менее, надо проверять. К примеру, я сделаю так, и все. И финансов у меня больше, как ты видишь, нету. Быстро заканчивается, очень быстро. Черника, понимаешь, она хороша, да. Она уничтожает любого зомби своей молнией. Но она очень долго... эти молнии, как говорится, делает. Сюда будем выставлять призраков. Мне нужны Дейзи. Потому что вот эта вот зона, ребята, вообще ничем не защищена. Вот он, блин, пришел. Голодранец, ну вот кто его звал, а? Вот нужен он нам здесь? Конечно же, не нужен. Вот эти вот маги тоже здесь как бы не особо нужны. Нет, я пока не буду активировать. Вот, началось, бежит. Ну-ка, провалились, да? А этот уже свои стимуляторы там бросает вовсю. Я думаю, ты на... куда? Куда твою же, блин! Вот об этом я тебе и говорил. Ему пофиг, он просто все сбивает на своем пути. И все. И ничего ему не помогает, да? Голодранец. А черничку, чтобы посадить одну, извини меня, нужно 150 энергии. Да, чтобы одну чернику вот эту посадить. Которую он потом спокойненько просто
раздавливает с разбегу. Вот она могла бы плодиться, да? Как наша мина. Выставляй. О, о, бегу, смотри. Смотрите, смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. Ё-просто, там еще и целая куча гаргантюа идет. Куда ты стырил? Я думаю, почему у меня энергии нету? Понеслась душа в рай. Ну-ка, если я вот так вот сделаю. Получится ли что-нибудь от этого? Как думаешь? Ну, мы уничтожили. Уничтожили. А почему молнии на этого не... Трындец. Просто съел. Просто съел, закусил, так сказать. Ну-ка. Хотя бы так. Зачем я, скажи, брал Дейзи, если я ей даже не воспользовался ни разу? Ты этого не понимаю. 30 секунд осталось. Все равно, ребята, очень плохо идут у нас дела. Если бы был бы какой-то оппонент, ну, более-менее серьезный, мне кажется, мы бы уже давно-давно проиграли бы. Поэтому эта тактика тоже как-то здесь не особо рулит. Я бы даже сказал, вообще не рулит. Они просто сминают все на своем пути. Не, ребята, здесь, конечно, мы с тобой пройдем, получим перчатку, но в плане защиты это полный бред. Смотри, у него тоже здесь бомбы, да? И я так понимаю, что урона он именно носит очень мало. Так что нам, наверное, с тобой лучше вообще убрать всякие бомбы, мины. Единственное, что надо взять вот катапульта. Катапульта хороша, сумрачная именно. Может быть, гриб ядовитый тоже взять стоит. Да, и как бы надо, по идее, нам призвать с тобой подсолнухи. Потому что, ну, солнечной энергии катастрофически не хватает. Просто не хватает ее, и все. Вместо Дейзи мы, например, можем с тобой взять спокойненько, да? Подсолнух. Только подсолнух нам лучше брать с тобой вот этот, за 125. Он двойной, он третьего уровня, кстати. А какой? Это второго уровня. Так, предположим, вместо призрака нам взять можно... Кто бы нам хорошо бы тут мог защиту делать? Оу. Слушай-ка, интересно, если этот спортсмен в него врежется, он уничтожит мне грипп или нет? Грипп, орех, точнее. Давай проверим. Я хочу сделать некий эксперимент. Где у меня маркадемия? Ой, маркадемия, где у меня лунный цветок? Вот он. Вот сейчас мы с тобой как раз и протестим все это дело. Если он будет его, конечно, пробивать, то смысла вообще никакого нету. Вот в этом орехе. Так, что я хочу сделать? Вот сюда поставить? Блин, немножко не так сделал. Ай-яй-яй, лопухнулся. Че ж поделаешь. Так, сколько он? Соточку? Ты серьезно? Ты стоишь соточку? Че так дорого-то? Трындец. Ну, на пробу, ребят, на пробу пока сделаем. Давай посмотрим. Если он не будет уничтожать его с разбега, то это будет классно. Наплыв, конечно, здесь будет очень мощный, потому что за морей будет очень много идти. Так, давай вот так вот сюда поставим. И единственное, что, конечно, у меня он не прокачан, этот орех. О, блин, явился, не запылился, а. Начинается, короче, веселуха. Начинается, ребята, веселуха. Так, что у нас тут? Сюда поставим. О, начинает разбрасывать, да? Ну еще, погоди, пока еще не очень мощные зомби идут. Сейчас, когда побегут эти спортсмены, вот тогда будет веселуха у нас. Ох-хо-хо. Ладно. Как только не побегут, у нас есть, в принципе, чем воспользоваться здесь. О-о-о-о, пошел свою эту кардио бросать. Давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Окей. Да, быстро. Орех хоть восстанавливается? По-моему, он восстанавливается у нас, да, со временем или нет? Нифига. А, ребята, нифига подобного. Нифига подобного. Он сбивает абсолютно все. И это плохо.
Это очень плохо, потому что, ну, соответственно, его здесь уже ничего не сдерживает. Понимаешь, да, о чем я? Его здесь ничего не сдерживает, соответственно, он может спокойненько здесь проходить, прибивать все. Куда ты там тыришь? Что тебе не положено? И опять же мы с тобой пока проигрываем. Так, давай, черника, выходи. Вот они, бегут, голодранцы. Ну ты посмотри. Нифига не помогает. Не помогает, и все тут, ничего. Против этих голодранцев. Смотри, последнюю чернику сейчас собьют мне. Да, дай ты энергию, тырит постоянно ее. Смотри, что происходит. Просто посмотри, что он творит. Ну-ка, дай-ка я вот эту штуку. Хотя бы так, хоть где-то, как говорится, немножко, ребята, взять преимущество. Так, черника, ты успеешь хоть кому-нибудь еще бомбануть, а? На дорожку. Сделай милость. Ну, да, здесь мы с тобой выиграли. Но опять же тебе скажу, что... О, да, у него есть, смотри-ка, электрическая, ребята, мята. А у меня такой нету. И он, смотри, он взял катапульты. Я тоже, ребята, понял, что от маркадемии, ну, никакого толку нету. Я думал, что он будет все-таки сдерживать зомби, которые бегут, именно спортивные. Но нифига подобного. Он также врезается, также ее уничтожает. И также мы с тобой остаемся без защиты. Какой тогда еще можно вариант здесь придумать? Была бы у меня оливковая косточка, да? Мы могли бы с тобой уничтожать сразу бы этих бегунов. Но ее у меня нету. Мы можем с тобой замораживать. Но опять же только одного противника. Давай посмотрим, что бы нам здесь такого поменять. Так, убираем. Убираем. Замедляшка, но это тоже не вариант. Если только вот так использовать. Да, мы будем с тобой просто их всех станить. Но это опять же на какой-то промежуток времени. Пока лучшего варианта я не вижу. Пока я лучшего варианта не вижу. Тогда нам вот это вот растение здесь не понадобится. Раз мы с тобой вот так вот отказываемся от всего. Призрака взять. Призрака можно взять, кстати. Как ты думаешь, возьмем призрака, наверное, с тобой. Пускай он бомбит там потихоньку. Но это все равно, опять же, не то. Все это не то, что я хочу сделать. Как-то вот идеальная стратегия у меня здесь почему-то не получается. Давай с тобой, наверное, возьмем два подсумка. Нет. Хотя да. Нет, нет, нет. Вот так вот, поехали. Все очень жестко и больно. Поначалу-то все, конечно, хорошо, все великолепно идет. Тут спору нет. Кажется, вот она, ребят, победа у нас в руках. Но потом, когда он начинает уже творить такой трэш дичайший. Я сижу, сейчас смотрю на этого призрака и думаю, нафиг я его взял, от него тоже толку никакого. Ничего он тут существенного нам не делает. Нам вот поможет вот этот вот бублиш. Он, да, он нам может помочь, если честно. Особенно если когда эти зомби побегут, мы можем с тобой просто оп, навести и всех их застанить. Или тут должна везде стоять черника. Просто на каждой клеточке. Ты понимаешь, да, к чему я? На каждой клеточке должна стоять черника, чтобы мы с тобой могли бомбашить здесь. Так, этот еще кардио, он уходит. Периодически. Это прыгуны. Да, это зомби-прыгуны у нас. А вот, ребята, об этом я и говорил. Давай, хлопай. В плане. Что-то опять как-то не то, ребят. Не тот абсолютный эффект. Ладно, фиг ли там нам эффект, не эффект. Будем с тобой выставлять здесь.
Так, что он там делает? Я сейчас потырю. Он тырит у меня, ребят, конечно же тырит. Все, мы типа их замедлили, да? Ну, типа. Типа. Давай, черника, вызывай свои молнии, господи. Ты же видишь, что тут творится. А, понятно. Вышел Гаргантюа, который сейчас будет нам тут пакостить. Который нам будет пакостить. Он и пакостит нам, как ты видишь. Ну-ка, давай-ка я сюда вот призрака этого маленького поставлю. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Почему ты не бьешь Гаргантюа? Объясни мне, а? Давай вот так вот сделаем с тобой. 30 секунд. Что у нас там, ребят? Ну, пока вроде бы мы ведем по очкам. Ну, он там, смотри-ка, смотри-ка, он там притопил. Он притопил. А мы вот так с собой сделаем. А? Неплохо. Я думаю, что неплохо. Отрывчик мы с тобой все-таки сделали небольшой. Давай, 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 давай. Лишь бы не переплюнул у нас. Все. Шикарно. Так, что у него тут? 4 уровня. Так. Опять. И уменьшатор он брал. Зачем он брал уменьшатор? Объясни-ка мне. Так, смотрим, что он здесь остается. Ледяной снапдрагон. Дальше. Понятно. Спрингбин. Ну зачем мне вот водоросли? Я не понимаю водоросли. Вот помнишь, было, правда, несколько испытаний, где они нам понадобились. Но они были, опять же, под ультой. Только в этом случае. Так, ну что, будем биться за теперь 3000 голды. Твою ж налево. Ладно, ребята. Оставляем, наверное, такую же команду, которая у нас была. Вот призрака, конечно, можно было бы поменять. А вот на кого? На кого поменять призрака? Вот ума не приложу. Давай попробуем вот так вот с собой поставить этот гриб. Отравляющий. Не уверен, конечно, что от него будет очень много толку. Но пускай будет. Подставим подсолнухов штучки две. И, наверное, вот такой вот грибок. Все, пускай будет таким вот образом. Черничка прыгает, радостная такая, да? Энергия нам падает. Как только черника будет готова, ребят, сразу будем, наверное, ее выставлять. Вот так вот. Будем работать с тобой по откату. Вот он, блин, явился, не заплелся этот кардио чертов, а? Ну зачем ты сюда пришел, а? Сидел бы там себе спокойненько. Занимался бы в спортзале. Нет, он прет сюда. Дай-ка я вот так вот попробую, ребят. Мы же всех, по-моему, да? Да, всех абсолютно отравляем. Начинает разбрасывать свою гадость. Отравление на него же тоже, по идее, должно действовать. Ну. Черника вжариваем, 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 вжариваем. Давай еще одну сюда, наверное, поставим с тобой. Окей. Так, этот подрывник еще может прыгать же, насколько я помню, да? Так, я вот так вот сделаю. Сюда поставим. Сейчас должны побежать спортсмены, бегуны вот эти вот. Нету пока еще? Пока нету, не вижу я. Но они должны быть. Куда ты вот идешь, а? Вот они. Вот они бегут. Упс. И больше не бегут. Предположим. Твою ж налево, блин. А тут следующая партия явилась. Оу. А разве так должно было быть? Вот эти мелкие начали уже у нас тут прыгать, я смотрю. Мы кабана этого бомбанем сегодня или нет? Кабана, бизона, елки-палки. Че, меня переплевывать, что ли, я не могу понять. Что-то там шкала. Нет, пока мы ведем, ребят. Но это пока. Ч
Что-то надо, что-то надо, что-то не хватает нам вечно. Последний мой подсолнух забомбили. Меня уже переплюнули, ребят. По очкам. Непонятно, каким образом, что он там сделал. Что он там активировал. Какую гадость. Но он переплюнул меня. И очень серьезно. И мне даже не отыграться, да, никак? Ну ладно, посмотрим, что он там сделал. На чем он там мог выиграть. Ага, все, я понял, ребята. Видите, оливка у него есть. Вот про оливку я тебе тогда и говорил, что с помощью нее я бы смог бы намного лучше сыграть бы. Ладно, у нас с тобой есть последняя перчатка, поэтому вперед в бой. Гад вонючий, а? Догадался до моей стратегии про оливку-то, а? Конечно же, против бегунов. Она мало того, что, ребята, убивает, она же еще выплескивает яд липкий. Так что, как бы, блин, против этого давай, наверное, что-нибудь другое тогда возьмем. Грибок этот себя не оправдал. Боулинг. Ну, фиг с ним, пускай будет боулинг. Ну, конечно же, это опять бред. Так, подсолнухи, давай сюда поставим с тобой и вот сюда. Все, поехали. Черника, давай, не подводи меня. Поначалу все идет вообще круто. Ну, тут не поспоришь, да? Все замечательно. Но дальше... Дальше просто какая-то жесть начинается. Не успеваем мы с вами справляться. Они там начинают прыгать, летать. Активируются, одним словом. Так, сюда поставим подсолнух. Сейчас мы еще с тобой боулинг призовем. Луковицы, я имею в виду. Давай, ставим сюда. Этих обязательно надо выставлять. Про них не забываем. Дальше что? Давай, наверное, вот сюда вот поставим. Блин, боулинг еще. Если бы он был... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну-ка, успеем? Успели. Но сейчас еще пойдет волна. Да давай ты, господи, активируйся. Трындец, блин. А нет, вляпался, вляпался. Ну вот этого-то можно же было, блин. Хотя ладно, он так и так влипнет. А, даже не успел добежать. Голодранец. Так. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Энергию забираем. Так, на всякий случай вот так вот поставим. Вот, 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 вот. Видишь, что они начинают делать? Они начинают, ребята, прыгать. Они начинают прыгать. Ну и сбивать, соответственно, все. Все, что, блин, можно и нельзя. Ну, пока у нас с тобой неплохо идет. В данный момент по очкам очень не кисло. Но опять же начинается вот эта вот фигня. Ты посмотри. Этот еще тырит мою энергию. Отдаю сюда. Ну-ка. Мало. Надо было больше уничтожать. Он всего лишь тут ничего взял. 282 очка. Ну-ка. Съест все-таки ягоду? Нет, не съест. Хотя съест. Блин. Не съел, так этот поджарил. В любом случае, мы с тобой здесь выиграли. Смотрим. Ну, в принципе, ребят, я не знаю. Зачем он... А, под катапульты сумречные он брал вот этот лунный цветок. Ну, в любом случае, 3000 голды я сегодня заработал. И это неплохо. Так, у нас с тобой еще, по-моему, есть... Нет, перчаток больше нет, но есть ивент.
Так что мы сейчас пойдем проходить его. Здесь зарабатываем все, что успели. Так, 5 гемов и, наверное, 5 конфет. 2 конфеты. Окей. Давай заходим сюда на ивент и смотрим. Вот, ребята, у нас Турки пульт. Окей, я хочу поиграть. Турки пульт — это, ребята, новое растение. Я не знаю, когда оно будет включаться в игру. Напоминает он чем-то огненную катапульту, только бросается он курицами. Курицы-зомби, я бы так назвал. В общем, увидите сейчас. Так, давай-ка отбиваться вначале здесь. Вот оно, это растение, друзья мои. Так. Давай-давай-давай, бросаем. Видишь, да? Такие вот курицы появляются там. Что-то как-то у нас не вяжется здесь маленечко. Что-то не то. Куда я поставил-то, господи, его? Блин. Ладно, надеюсь, все-таки пробьемся мы здесь. Да. Вот эти вот с костяшками напрягают очень сильно, которые разбрасывают свои надгробия. А так, в принципе, ничего сложного нету. В плане, только лишь... Ё-моё. Так, ну-ка давай-ка отсюда. Все, кыш. Сдули мы с тобой. Турки пульт. Типа турецкая катапульта, что ли, или как? Как это можно еще перевести? Так, бомбим. Конечно же, ледяной дракон нам в этом деле помощник. Здесь мы с тобой еще бросим наш лук, который может застанить врага. Что тоже есть хорошо. Ох, ты посмотри. Оу, ё-ё-ё-ё-ё-ё, сколько кур. Сколько, ребята, кур ползет, а? Но наши вот эти вот зомби-курицы тоже не дают спуска им. Просто их не пропускает, вот и все. Поэтому эти курицы пускай идут лесом. А вот это, о, вот это зря. А вот это ты зря сюда этого говнюка вызвал. Ой, как зря. Так, он сейчас будет бомбить этих куриц. Пока он их всех не перебьет, ребята, он отсюда никуда не сдвинется. Но мы его, видишь, уничтожили. Там еще один, да? Нет, не один, там их... аж трое. Видишь, они все отвлекаются, ребят, на этих куриц. А эти растения довольно быстро бросают их. Видишь, что происходит? Я хочу получить, но пока оно, ребят, по-моему, продается в магазине, это растение. Пока в магазине, вроде бы. И стоит очень-очень дорого. Так что, если кто-то хочет или кто-то имеет возможность подонатить, ребята, ради бога, все в ваших руках. Растения, я думаю, достойные. Не знаю, сколько оно будет стоить там по энергии. Хотя это можно посмотреть, в принципе, в магазине, да? Вот оно, это растение, ребята. Будет оно стоить 250. Подожди-ка, нет, это не то. Сколько же оно будет по энергии-то? Не знаю, ребят. Когда мы выставляли, ты не обратил внимания, сколько оно там показывает? Так, тихо. Кокосовая пушка и все, что ли? Спасибо большое. Ладно, мы еще увидим с тобой, сколько оно стоит, а пока продолжаем. Зачем мне вот это вот? Объясни-ка мне. Кстати, я уже поднялся на 5-е место, это очень круто. В золотой лиге. Хм. Надо будет еще пару разочков бомбануть хорошенечко, да? И мы с тобой, может быть, даже... ну, на первое вряд ли, конечно, попадем. Но в топчике где-то в третьем, может быть, в четвертом месте будем. Главное, что выше золотой лиги, по-моему, ничего у нас нету. Ох ты, гаргантюахи, там все дела. Оу, я вспомнил, ребята, этот уровень. Причем самое удивительное, да, я играю на мобиле в эту же игру. И играю на ПК. И почему-то у меня на мобиле я этот ивент прошел. Не забывай, что у нас все это синхронизируется, да, то есть... сейвы от этой игры переходят с одного устройства на другое. Так вот, там я прошел этот ивент, а здесь мне его приходится проходить заново. Не знаю, в чем проблема. С чем-то вообще связано все. Слушай, вы уйдете или нет? Не хотят они, ребят, уходить. Придется, естественно, помогать.
На первых, так сказать, порах. Ну, а дальше уже мы сами с тобой справимся. Очень хорошие вот эти вот зомбо-птички. Это даже не зомбо-птички, это, скорее всего, какие-то капустные. Капустные эти курицы. Ну, как еще это назвать? Я не знаю, ребят. У нас, помнишь, был такой зомби? Тоже фруктовый, ой, овощной, которого мы вызывали из стручков. Тоже выходил, да? Ну вот, что-то типа того и здесь. Так, тихо, тихо. Знаешь, чем вот это вот чувачки опасны? Они могут сдвигать весь ряд. Но они не успевают ничего сделать, потому что курица их просто заколебывает. Просто не дают им ничего сделать, вот и все. Видишь, мы выпускаем одну за другой, а он с ними там шоркается. Как ребенок, ей-богу. Короче, никакого шанса у него здесь нету. Слушай, а мне хотелось бы знать, что у нас под ультой делает. Оу. Ты видел? Мы разбрасываем с тобой тыквы. Ух ты. Так, удобрение. Удобрение — это всегда хорошо. Мы сейчас будем делать вот под эти вот тогда с тобой растения. Там гаргантюа прет, да? Я слышу, вон он. Так, давай тогда сюда еще сделаем. Ох, сейчас мы с тобой активируем. Пора, пора, наверное, да, ребят? Сейчас каждый выстрелит. Ох, великолепно. И еще разок. Повторение мать учения, как говорится. Ой, прекрасно. Смотри, смотри, какая большая курица побежала. Сюда еще поставим с тобой. Ну тут вообще просто раскромсон. И вот сюда. И активируем. Смотри, что происходит. Жесть. Оу. А как эти... Так, ну-ка. Давай, 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 давай. Еще разок. Что это за дела такие? Нифига они тут решили пройти мимо меня уже. В наглую причем. Никаких пощад. Все, мы их немножко там притеснили. Я смотрю, ничего они там сделать уже не могут. И к тому же это последняя волна. Согласись, с таким наплывом зомбарей справиться — это очень круто. Даже зомби-бегуны, вот эти вот спортивные, здесь ничего не могли сделать. Они бегут, это бросает им курицу под ноги, и все, они начинают ее, ну, лопать. И, соответственно, они теряют бег свой. То есть не смогут уничтожить ничего в дальнейшем. Фух, так, ну что, мы с тобой прошли еще, да, один бой. Почему мне все время выкидывают сюда, я не могу понять. Дайте мне вот здесь вот подраться. Так, переходим с тобой на третье испытание. Слушай, а пятое испытание, по-моему, будет очень жесткое. Очень жесткое, я тебе скажу. И там без... без ульты делать нечего. По-моему, так оно и будет. Ох ты, ох ты, катапульты, все дела здесь. Ладушки, давай начнем. Потихонечку будем с тобой... Оно такое милое, да, это растение? Смотрится так нежно. Опа. Так. С этими сусликами, с хорьками, как тебя там величать-то? А зачем мне вот это вот? Пока непонятно. Так, еще и заморозка. А ну-ка, если я вот так активирую, что будет? Вот что будет, да? Хороший такой залп. Блин. Они меня раздражают. Ну-ка, давай еще раз активируем с тобой мяту. Йо, просто там еще и рыцари идут. Рыцари круг... Ох, ты видел, кто там еще появился? Да-да, этот осьминог. Так, давай-ка мы, наверное... Вот так, наверное, сделаем с тобой. Шмальнем разочек. И надо смотреть, конечно же, за этими орехами, чтобы их не прокусили. Так, высаживаем, высаживаем эти растения. Сюда ставим. Давай, катапульта, бомби.
Так, вроде пока все хорошо. Все под контролем, да, у нас? Ну да, я бы сказал, все очень даже хорошо. Мы с тобой справились. Сейчас уменьшатор сработает. Остаются вот эти вот только зомби. Ну и мы их уничтожили. Слушай, ну, сам делаю выводы. По мне так очень хорошее растение. Из катапульт я считаю, что оно одно, наверное, из самых лучших. Ну, не считая, наверное, может быть, арбуза. Арбуз тоже хорош, но по цене. Арбуз все-таки стоит дороже. Так, да что же вы меня все выбрасываете-то на арену? Все выкидывают и выкидывают. Я хочу ивент проходить. Так, ребята, ну что, переходим с вами на четвертый поединочек. Это предпоследний из всего, что у нас тут будет. И посмотрим. Ну, я тебе говорю, на последний... Ох, ё-моё, тут эти жужелки на стрекозах. Последний бой, по-моему, там нужно ультовое растение. И желательно не одно. Охо-хо-хо-хо, ты серьезно? Погоди, погоди, родной. Так, нам нужны здесь косточки. Нам нужны косточки, чтобы этих хламонов сразу уничтожать. Чтобы они проваливались. Погоди, ты хочешь сказать, что мне сейчас придется активировать? Мне, наверное, придется, да, активировать? Или как? Косточку давай поставим сюда. Да нет, а, нет, все нормально, нормально. Так, давай, оливки, выручайте папочку. Обалдеть. Вот это лютуют. Давай сюда, наверное, поставим. И шмякнем, да, наверное, хорошенечко. Давай шмякнем. Я не понял, там что, гаргантюа где-то шуршит? Или мне показалось? Нет, мне не показалось, я уже вижу, ребята. Он действительно шуршит. О, ты видишь, что? Побежала, побежала у нас курица куда-то. Нет, оливки это классно. Видишь, они вот лужи вот эти вот выплескивают. Эти лужи нам тоже очень хорошо помогают. Так, жужелицы летят. А против них давай вот так, наверное, зарядим. О, я даже оливки тоже могу, ребят. Нет, не могу. Или могу? Я поставил ее, по крайней мере, на тыкву. Но оливка же, она же как бы под землей. То есть, какой смысл тогда ее прикрывать? Я не вижу. Ага. Ага, ты смотри, что они придумали. Ну-ка. Вот так вот вам. Этот все-таки смог выкопать и перекинуть. Представляешь? Взял оливку и просто перекинул ее. Лопатник-то этот. Вот, значит, кто может, да? Оливку мою немножко побудоражить. Ладно. Ну, а мы с тобой двигаемся далее. Последний у нас поединок с тобой. Опять меня выбросили почему-то на арену. С какой-то перепуга. Так. Ну, друзья мои, последний бой, я тебе скажу, что он сложный. Он будет сложный именно в том, что очень много здесь будет зомбарей. Наплыв очень сильный будет, плотный. И нам надо будет как-то еще от этого всего дела отбиваться. Так. Да, здесь будет очень чертовски хреново. И нам вот эти вот растения с тобой нельзя потерять. Нам с тобой их нельзя потерять. Так, уничтожаем могилы тогда с тобой. Не помню я, что тут как делать надо. Так, курица, это все хорошо, это все я понимаю. Так, давай, наверное, влепим. Как-то они тут смогут пробиться. Ага, курица. Нет, курица это не то. Не в курицах проблема, тут будет намного хуже все. Мы с тобой увидим, вот смотри, например, внизу. Прет офигеть, сколько их много. Так, могилы, где? Могил не вижу я пока. Да ты будешь бомбить-то сегодня или нет? Этих сдуваем. Да сдувайтесь вы, господи, не хотят сдуваться, прикинь. Я понял, у нас с тобой здесь защиты нету, оказывается. Могилы есть, а защиты нету. Все, кто-то прошел, ребята, видишь, не углядел я. Вот об этом я тебе тогда и говорил. Ну что же, на повторчике. Как говорится, на повторчике. Вот эти вот почему-то очень быстро сминают. Вот эти вот наши защитные орехи очень быстро их сбивают.
Так, ладушки, давай пока все это пробиваем с тобой. Ставим сразу катапульты. Окей, предположим. Давай, целую кучу их тут нужно выставлять. Еще и помощь, так сказать, делать. Сюда поставим. Так, что нам мешает? Да нам дофига, если честно, что мешает. Вон, смотри, уже орех практически разбомбили, видишь? Уже без защиты стоит. Делай выводы. Я, кажется, понял, кто вредит. Вот эти вот ребята, колдуны. Вот эти вот колдуны нам здесь очень сильно мешают. Да-да-да-да-да, именно эти колдуны. Так, если я, предположим, сейчас запулякаю вот эту вот штуку. И еще одну сразу же. И следом еще. Плюс вот так вот сделаем. Что там опять происходит, я не могу понять. Видишь, кипишняк начинает, суровый просто кипишняк. Что я начинаю путаться, где там что, что происходит. Мне даже не углядеть, ребят. Я могу тебе сказать одно, что вот здесь уже нет защиты. Ты видишь, да? Вот здесь могут спокойненько просто уничтожить у нас. Естественно, бомбим сразу же. Наверху тоже уже не осталось никакой защиты. Единственное, я могу вот так вот только сносить всех. И еще так же сделать. Нулевой баланс мне пишут. Понимаешь, нулевой баланс. А куда ты ставишь, что я хотел вот этого? Ну вот и как? Вот как тут я должен? Смотри, ребят, сейчас... Нет, ну здесь не прошел, слава богу. Вон там он, видишь, проходит. Ну ведь люто. Все, сейчас, по-моему, забомбят. У меня и денег нету. У меня нету денег, у меня нет удобрений. Все, ребят, пробились. Вот этот зомби прошел. Тут не хватает, ну, грубо говоря, 5000. Где-то 5000 монет. На то, чтобы пройти это все. Где мы с тобой можем заработать 5000 монет? Естественно, на Penny Pursuit. О, так у нас еще и босс созрел. Слушай, это хорошо. Босс созрел, значит, будем с ним, наверное, справляться. 1700, так, тут 2000. Начнем, наверное, с легенького, да? Я, правда, не помню, что он здесь делает. Это не ледяное или время у нас? Где этот? Да, именно оно. Именно ледяное время. Ладно. Юрский парк, не Юрский парк, а какой там у нас? Ну, короче, времена заморозки. И я не помню, что мы тут с собой делали в тот раз. Твою ж налево. По-моему, мы играли... А что мы делали-то? Мы топили ему лед. Это я точно помню. Топили лед. Вот только чем? По-моему, вот так вот. Плюс мы брали с тобой... Блин, я ничего не путаю. Да, по-моему, ничего не путаю. Все должно быть именно так. И, ко всему прочему... Ну, давай возьмем с тобой свеклу. Фиг его знает, ребят. Поехали. А получится, не получится у нас? Так, секунду. Для начала будем выставлять наш лунный цветок. Сразу же, наверное, сзади катапульты. Вот таким вот образом, да? Плюс. Так, ну пока хватает вроде финансов. Давай сделаем. И что еще? Давай вот этих вот сюда поставим. Ну что, запускаем? Смотрим, ребят. Явился, блин, не запалился, а? Нужно его бомбить. Нужно его бомбить, пока он тут льда не наделал целую кучу. Так, мы его уже оглушили, да? Он пока в отключке. Давай еще. На тебе.
А почему? А, он себя охлаждает. Ё-моё, не вовремя я, конечно, активировал, получается. Не вовремя. Так, мы его опять оглушили. Очень хорошо в данный момент у нас получается. Я вон там вижу, правда, зомби идет, но это ничего страшного. Пройти он не пройдет. Так, секунду. Блин, он замораживает растения. Я, кажется, вспомнил, где я, ребята, лопухнулся. Я не взял... Хотя, если... Ага. А перец-то у нас не может... Ё-моё. Я думал, что он сможет это разморозить. Нифига подобного. Так, это кто у нас там? Блин, этот зомби еще гигантский вышел. Не вовремя я нажимаю на перец, потому что он в этот момент охлаждается. И все это у меня просто в трубу летит. Коту под хвост. Так, опять он врубает охлаждение. Сейчас будет, по-моему, в меня дуть. Ей-ей-ей-ей-ей-ей. Ну-ка. Нам совсем немножко не хватает, ребята, чтобы его победить. Последняя у него строчка пошла. Последняя строчка, я имею в виду, ну, в плане здоровья. Ну-ка. Есть, вырубили мы его. Так, давай, забираем. Влупляем. Блин, 44 секунды. Ой, ребят, боюсь, не хватит. Нет, может быть, хватит. Фиг его знает, хватит нам или не хватит, а? Так, опять у него пошло это охлаждение его. Мне не хватает чего? Мне не хватает... Мне не хватает перца. Вот он. Есть. Катапульты, строчите как никогда, ну... Ну, 13 секунд, ну, господи. Да неужели не хватит, а? Да, ребята, не хватит нам с вами заработать финансов. Есть, успел, я, по-моему, успел, ребята. Прямо на последнем шансе. Ведь успел же, да? Фух, так, получили деньги. Плюс поедателя могил. И водоросли, 5 штук. Оу, спасибо большое. Теневая, да, у нас горхотстрелка. Это, знаешь кто, зеленая тень. Если кто не узнал ее, то это зеленая тень у нас выпала. Ну что, мы с тобой идем. Ну давай еще, наверное, разочек. Здесь, я думаю, будет сложнее, я не успею, ребят. Поэтому без риска, без риска. Будем здесь с тобой топтаться. Здесь, по крайней мере, ну, есть вероятность победить. Единственное, что я хочу сделать, это поставить одно из огненных растений, которое нам с тобой понадобится. Ты же сам видел, да? Замораживают они все-таки. Так, и заменить мы, наверное, сможем с тобой. Так, уберем вот это вот. Так, огненное, огненное. В принципе, можно... Слушай, вот. Этого будет более чем достаточно. Поверь мне. Вот от этих, я думаю, никакого толку нету. Они бомбят только вблизи, поэтому... Катапульты мы можем с тобой взять, в принципе. Катапульты. Дейзи. Хм. Интересный вопросик. Катапульты. Я не знаю, может быть... Давай арбуз замораживающий. Арбуз у нас замораживающий, ну... Нет, от мин толку не будет никакого. Давай, наверное, вот этого возьмем с тобой. Не уверен, конечно, что это очень хорошая идея. Фиг его знает. Попробуем. И вот лава гуаву я сижу сейчас и думаю, зачем я ее взял? Зачем мне здесь лава гуава? А? Друзья мои, зачем мне лава гуава здесь? Вот тупанул опять, а? Ладно, давай сделаем вот так вот. Что дальше? Так, теневые, да, у нас пошли? Но в принципе, ребята, здесь очень хорошая тактика. То есть заморозка вряд ли получится
у него, да? Потому что у нас все в тепле, как говорится. Так что будем пробивать его. Да-да-да, конечно, ага. Размечтался. Мы оттаиваем с тобой все это дело. Так, он в отключке. Ну-ка, давай попробуем с тобой. Оу, он урон... Вот это, ребята, взрывная мята сейчас только урона ему нанесла. Если ты, конечно, не успел посмотреть. А ну-ка. Ать. И опять он в отключке. И опять он, ребятушки, в отключке. О-хо-хо-хо-хо, сколько у нас с тобой огненных горохострелов. И это шикарно. И это шикарно, потому что он ничего здесь сделать не может. Он как беспомощный просто. Смотри, мы его сейчас с тобой еще раз подбомбим. Смотри, 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 он сейчас замораживается, да, мы... Опа! Трындец, конечно, ему. О, у нас и мята еще откатилась. Ой-ой-ой, а вот здесь я, конечно, немножко упухнулся, ребята. Я мяту активировал в тот момент, когда он делал охлаждение. Это, конечно, не надо было делать. Этого делать не надо было. Так, но он все равно, опять же, в отрубоне. Опять себя охлаждает. Но... А, я не могу сюда поставить. Хотя, почему не могу? Могу. Все. И мы опять его вырубили. Ну ты посмотри, как красиво у нас идет все, а? Может быть, немножко усложнить? Нет, я вот думаю, что если уровень сложности возьмем чуть-чуть посильнее, я не смогу пройти. А может быть, смогу. Не знаю, ребят. Ну, в любом случае, у нас с тобой минута запаса. Как видишь, босс уже побежден. То есть мы с тобой в любом случае получаем наши награды. Хочет он этого или нет. Все это делается ради того, чтобы пройти сегодняшний ивент. Я надеюсь, у меня получится его пройти. Я очень сильно этого хочу. В последнее время я на ивентах просто зацикленный какой-то стал. Прохожу практически все. Недавно прошел ивент, где раздавалось 100 гемов. Я, правда, ради этих 100 гемов столько денег туда вбабахал. Ну, я имею в виду игровых, конечно же, золото. Потому что там надо было столько применять магии, заклинаний, что только не делать. Ну, ты смотри, как тут прекрасно все, а. Ой, как красиво. Слушай, ну вот эти вот катапульты сумрачные, согласись, они очень хорошо дамажат. Очень хорошо дамажат. А если их еще и прокачать, ой, это будет вообще сказка. Ну все, 7 секунд последние. Сейчас мы тут забамбашим. Ну, есть контакт. Ну что, друзья мои, 2200 наши мы получаем. То есть 5 штук у нас в любом случае с тобой будет. Ну и плюс еще награды, конечно же. Так, почти 6000. Так, близнецы подсолнухи. Ага, плюс горохострел. И теневой горохострел 10 штук. Я очень этому рад. Так, ну что, ребят, по-моему, у нас последняя еще есть попытка, да? Или же нету? Почему нету? Есть? Ну что, еще разок. Ребят, если... Хотел сказать, если вам надоест, вы можете перемотать. А может быть, мне проще вырезать это все? Так, ладно. Блин, надо было пойти попробовать все-таки на второе, ребята. На второе испытание по сложности. Ладно, сейчас я... Забомблю здесь. Если у нас будет там возможность, я все-таки попробую второй уровень сложности пройти. Но здесь вообще классная стратегия на самом деле у нас. Никто ничего сделать не может. Не заморозить. Идеальная просто тактика. Плюс у нас перчик, да? Который растапливает босса. Вообще все идеально. Так, ладно, пускай вылазит. Мы сейчас будем его пригревать. Ну все, 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 хорош там буянить. Вылази давай, партизан, спрятался он мне там. Да-да-да, мечтай. Тут даже лава гуава нам не нужна, если честно. Вообще не нужна. А вот горохострелы, да, нужны. Ну-ка. Ой-ой-ой, пока он в отключке, такой урон ему наносится, а. Просто изейший. Ну и что ты тут думаешь-то? Заморозился, думает, его не достанем. Конечно. Достанем и промнем.
Ох, сколько энергии тут падает. А я еще могу вот так же сделать. Я совсем забыл, что у меня есть удобрение. Ой, классно. Ну серьезно, классно. Столько солнечной энергии я никогда не получал. Не упивался ей просто. А ну-ка, вот так вот. В отрубоне, мы еще сейчас с тобой вот так вот активируем. Нормуль. Окей, давай, горохострелы. Бомбим. Так, я сюда хотел, думал, поставить эту, но не будем. Итак, обойдемся, да? Во. Ай, не вовремя. Не вовремя я перец активировал. Да хотя какая разница. Ему в любом случае уже трындец. Посмотри. Все, мы его победили. Бамс. Сюда огненные катапульты. Еще вот эту. Классно. Бедный босс. Я ему не завидую. Ребята, кстати, у меня есть китайская версия этой игры. Если хотите, чтобы я начал прохождение ее, пишите, пожалуйста, в комментариях. Она практически та же самая, да? Растение против зомби, но там есть немножко другие персонажи. Отличаются, конечно, они многим. Так что пишите, будем дринкать, если что. Там, по крайней мере, есть у нас прохождение еще. Здесь-то мы с тобой уже всю игру прошли, ждем только обновы, если когда-нибудь она будет. А новую карту, да? А пока вот проходим ивенты, прокачиваем с тобой растения. Так, тихо-тихо-тихо, дай-ка я... Блин, я даже не могу эту штуку никуда поставить, места нету. Это жестко просто, жестко. Да, босса мы с тобой расклепали. Но мне кажется, если взять уровень по сложности посильнее, то зомби так легко не будут здесь падать. С ними придется побороться. Но в любом случае, 2200 мы с тобой заработали. 2200, это будет почти... Да, это будет 8000. Даже около 9. Вот. Так, луковый боулинг мы с тобой получаем. И фасольку прыгающую. Ну и плюс 10 зеленой тени. Ну-ка, теперь посмотрим, ребята, что у нас тут получается. Я смогу ли... А, все, ребята, сбросился у нас. Сбросился счетчик, к сожалению, да? Жаль. Но, тем не менее, этого, я думаю, мне хватит для того, чтобы пройти ивент. Так, у нас там ничего с тобой на огороде не созрело? Давай-ка глянем. А то вдруг что-нибудь да есть. Так, ну это то, что мы с тобой потратили. Угу. Ладно. Ух, испытание, чтоб тебя. Не хотелось бы, знаешь, еще деньги просто так сливать. А то ведь мы можем не пройти с первой попытки, а денег потратим туда море. Ах, твою ж налево. Блин. Вот эти вот зомби с газетами, по-моему, самые противные, мне кажется, да? Так, ладно, начнем. Нам нужно тут с тобой очень быстро бустовать. Так... Естественно, эти могилы уничтожать. Да ты там бежишь, а? Прет он уже. Так, активируем катапульты. Надо могилы эти уничтожать. Так, что там, что там, что там, что там? За всем, как говорится, и не успеешь. Ага. Отдай энергию. Ну-ка, если я влуплю вот так вот. Да хорош вам. Ну, посмотри, сколько их здесь. Вон, они уже практически меня орех весь сожрали. Вот представляешь, да? Не успел начать играть, они уже орех весь слопали. Здесь тоже защиты уже нету. Ну, вот как вот они так быстро все это проминают. Откидываем их, откидываем, ребята. Еще эти маги тут лезут. Сам видишь, да?
Так, могил вроде бы нету больше. Могил. И курицы опасные здесь. Вон они, видишь? Чуть-чуть бы сейчас и раздавили бы мне. Фейл бы был бы из-за куриц. Да в чем проблема-то, я не могу понять. Эй, а что за клинак-то? Может быть, хватит уже таким наплывом-то идти? Эй! Да кто прошел? Мне даже не показали, ребята, кто там смог. Вот как тут пройти? Вот объясни мне, как? Так, друзья мои, еще одна попытка. Я не знаю, как тут быть. Что нам тут вообще сделать можно? Как тут вообще справиться? Тут за всем просто не уследишь. Ну это не, ну это нереально просто, ребят. Ну уследить за всем. Могилы эти постоянные тут мешаются. Я понимаю, что орехи надо ставить, все это. Ну не успеть. Эти вот маги идут, вот они сразу начинают, ребят, появляться. Плюс вот эти вот мелкие, которые сейчас будут выпрыгивать. Просто не знаю, как быть. Вон он, смотри, смотри, видишь, что делает? Гаденыш поджигает там. Еще энергию тырят у меня, а? Эти вот с бочками прут, а? Газетники. Если они уничтожают вот эти вот орехи, которые в броне, на раз-два, то, соответственно, они уничтожать будут все. Причем в легкой форме. Да отдай ты заклинание моим, магию, блин, отдай, верни. Вон, опять эти с бочками прут. С бочками эти прут, тут еще уничтожают. Бегуны, спортсмены, да, все дела. И хоть ты тут запулякайся, хоть ты тут что делай. Давай ты мне удобрение быстрее. Так, бежи, да, опять эти с бочками. Опять тут. Ну вот кто сейчас прошел, ребят, я не пойму. Я просто не пойму. Кто-то шагнул на цветы. Кто, я не успеваю даже разглядеть. Там слишком такой, слишком сильный напор идет. Наплыв, блин, я не знаю, как это назвать, блин. Не могу, ладно, давай, наверное, мы с собой оставим это на следующую серию. Я надеюсь, не поменяется ивент. Мы обязательно пройдем. Сейчас не хватит у нас уже денег еще на одну попытку, да? Ну, а в общем, я считаю, серия сегодня прошла у нас удачно. Так что всем пока и до скорого.